А, ну так как я 14 лет живу в России, а 13 в Украине, поэтому уже большая часть меня в России. И приходилось играть даже против собственного брата, поэтому сегодня больших усилий это не составило. А, нет, мы ожидали первую игру, не всегда яркая, и всегда она зависит от характера, от желания победить. Сегодня чуть-чуть желания было больше у нас, я думаю, поэтому мы победили. Ну, во-первых, мы не очень классно играли на самом деле. Начало было хорошо, вроде бы догнали, все. С таким опытным соперником, как Россия, нельзя расслабляться ни на одну минутку, потому что минутная слабость позволила оторваться на 10 очков, которые практически недосягаемые. Поэтому будем работать. Не знаю, в общем, мы команда на пути становления, не знаю, еще все впереди, как бы, это первая игра. Не знаю, конечно, жалко, что проиграли нашим почти, как бы сказать, землякам. Ну ничего, будем бороться, завтра тяжелый матч будет со Словением, во многом определяющий, поэтому надо будет выложиться по полной, как бы. Будем делать все, что от нас зависит.